профилактика лучше лечения, считают Наталья и Алексей Кучеровы. Супруги следят за своим здоровьем и проходят ежегодные медицинские обследования. В отдельном модуле диспансеризации посетить всех врачей намного быстрее и удобнее. Мне кажется, довольно-таки быстро все это происходит, потому что мы только зашли и буквально минут 15 уже зашли в 3 кабинета и прошли некоторых врачей. Удобно. Я сегодня был приятно удивлен, что пришел к терапевту и получил направление к эндокринологу в этот же день. Такого раньше никогда не было. Профосмотр занимает в среднем около часа. За это время пациенты могут пройти всех необходимых специалистов и сдать анализы. Забором крови, это общий холестерин и глюкоза, а также общий клинический анализ крови. А также измеряется артериальное давление, внутриглазное давление. Для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, предусмотрены такие исследования, как спирография, тест с 6-минутной ходьбой. Также всех пациентов осматривает непосредственно врач-терапевт, который может выдать направление на дополнительные исследования. Центр диспансеризации оснащен современным медицинским оборудованием. Ежедневно профилактические осмотры здесь проходят около 60 человек. Конечно, удобно, поскольку или в поликлинике, как говорится, там, как правило, сегодня, сейчас много людей, как бы очереди, а здесь удобно, спокойно, новый современный павильон. График работы отделения профилактики с 8:00 до 20:00. Выходные с 8 до 15 часов. Записаться на прохождение диспансеризации можно через единый колл-центр по номеру 122 или через портал госуслуг. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.